Девочки, на улице погода просто чудо, я так и знала. Ну что, картошка хорошая, что-то не взять, надо брать. Побежали, 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 побежали. Спортсменка я, что ли? Ну а что? У тебя внук такой растет. Тут надо успевать. Девочки, я все пытаюсь оборудовать свой уголок. Рабочий уголок, в котором я снимаю видео. И я стараюсь его сделать уютненьким. И он у меня становится все уютнее и уютнее. Но сейчас я работаю над декорациями. Мне нужно украсить его. И вот уже кое-что тут у меня уже есть. Один уголочек. Второй уголочек. Ну и тут вот посередине кое-чего не хватает. А не хватает там, наверное, меня. Ну вот и я на фоне своих декораций. Ну, вообще, это шутки, конечно. Всем привет, мои дорогие! Вот на самом деле, украшая вот этот уголок, я оббегала все магазины уже несколько дней, пытаясь что-то такое купить интересненькое, чтобы было здесь красиво и уютно. Вообще, мне уже здесь нравится находиться в этом уголочке. Мне нравится уже здесь сидеть, кофе пить, телевизор смотреть, даже не только съемки снимать, просто даже здесь вот сидеть и получать вот так вот, вот удовольствие. Вот, но это еще не все. Здесь уже я купила рамку светящуюся для фотографий, и фотографии я там буду менять. Ну, пока поставила такую вот в желтой кофточке, чтобы ярко было. Но другие еще фотографии будут. И также светящийся розовый фламинго. Но вот сейчас я вижу, он светится розовым, видно вам. Ну и, в общем, другие декорации буду еще покупать, буду менять. Хочу, чтобы здесь было красиво, чтобы это было уютненько и красиво. Но я уже оббежала все близлежащие магазины, переискала, перерыла все, что там есть. Но мне хочется, чтобы это было красиво, оригинально и недорого. Ну, в общем, мало что я нашла хорошего, так кое-что по мелочи, но выбор небольшой. И, наверное, мне придется порыться в интернете, в интернет-магазинах, и, может быть, там что-нибудь я еще найду оригинальное для декорации, для украшения своего уголочка. Кстати, если вы совершаете покупки через интернет-магазины, то вы можете получать кэшбэк. Есть такой сайт, через который, если вы совершаете покупки, то определенный процент покупок возвращается вам на счет. Этот сервис называется Smart Sale. Я заглянула туда и увидела там свои любимые магазины. Вообще, на самом деле, там более 1200 магазинов. И есть очень популярные магазины, которыми мы пользуемся. Там и одежда, обувь, бытовая техника, продукты, вообще многое другое. Есть магазины такие, как MVideo, Эльдорадо, Кари, Ашан, Алиэкспресс и многие другие. А процент от кэшбэка доходит до 50%. Еще там есть круглосуточная техподдержка. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете получить там ответы на свои вопросы. Еще удобно то, что это приложение можно скачать на телефон. Как на Android, так и на iOS. Вообще кэшбэк в последнее время становится очень популярным, и уже очень многие пользуются этими услугами. Потому что всегда приятно получать какую-то часть своих денежек назад. Кому это интересно, я ссылочку оставлю внизу под видео. Здесь есть много популярных магазинов. Вот Алиэкспресс, аптека 911, ну и многие другие. Можно здесь в поисковике просто набрать магазин конкретный, который вас интересует. И делать заказы через вот это приложение. Не смогла пройти мимо. Смотрю, одуванчики уже растут. Все, зелень выросла. Все распустилось. Такая прелесть. Вон уже какие листики на кустиках. Здорово. Ой, как Дыня картошечку любит. Да?
Картошечка с мясом. Вкусненькая. Это ребенок, который спать сказал не хочет, да? Ну ложись, ложись. Бери, ложись, подушечку клади. Ложись и смотри мультики. На полу тебе нравится лежать? Да, зайка? Ложи подушечку и накрывайся одеялком. Только что лежал. На подушечке одеялком накрылся такой, постелился себе на полу. А спать не хочет, идти в спальню на кроватку. Вот такой хитруля. Да, хитруля. Ты меня не слышишь? Ты сам будешь строить, мне не дашь? А, зайчонок. Давай я тоже что-нибудь тебе тут построю. Так. Ну, заняла ребенка хоть на какое-то время. Это бегает, бесится. Дыня, ты сам построил такую башню нереальную. Построил сам с нуля вообще. Молодец. Молодец. Красиво даже, а? Даже красиво нереально. Дыня, ты умница такой. Вот какая башня. Найди букву Ж. Найди букву Ж. Забавная игра. Можно буквы искать, да? И буквы учить вот так вот можно. Догони, 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 догони. Кто так вечером у нас разбегался тут? Побежали, 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 побежали. Побежали, давай я тебя догонять буду. Давай я тебя догонять буду. Давай. Побежали, 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 побежали. Я тебя догоню, 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 догоню. Догоню. Куда ты спрятался? Выходи, давай быстрее, 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 быстрее. Лови, лови. Опа! Опа! Не поймал! Опа! Это тебе что, вместо мяча? Дэнь, мячом запретили играть в квартире. Ты теперь решил подушкой? Поиграть. Да? Заказа, заказа, береза. Всем доброе утро. Я сегодня ночевала у дочки. Проснулась только что. Помыла голову. И сегодня я хочу вместе с вами провести сегодняшний день. Все, что я буду делать, будете со мной. Буду вам показывать. Ну, сейчас с утра у меня дочь пьет кофе, занимается там своими делами. Денечка уже позавтракал, сейчас у него уже время яблочко покушать. Сейчас посмотрим. А я собираюсь в магазин за продуктами. Надо тихонечко Деню не спугнуть. Последнее время он на камеру реагирует так, что он сразу отвлекается от всех своих дел. Снять его невозможно.
Когда мы с ним играем, я вчера пыталась еще что-то поснимать. Когда мы с ним играем, ну, во-первых, у меня руки заняты в этот момент. Я не могу взять камеру и снять. И, в общем, все, что я пытаюсь снять, с Денечкой связано, это то, что он делает один, без меня. Что у нас делает у Денечка? Что мой внучек делает? Покажи яблочко, скажи, я кушаю яблочко. Покажи нам яблочко. Покажи нам яблочко. Не покажу. Сам буду делать. В общем, ребенок занимается своими делами. Все при делах. Но дочь пока снимать не буду. Она еще не умывалась. Девочки, на улице погода просто чудо. Я так и знала. А дома у нас холодно, поодевались. Батареи выключили, что-то прохладно стало. В общем, я иду в магазин за продуктами. Идем. Вот я набрала полные пакеты. Опять полные руки. Ну, кто бы сомневался. Ну что, картошка хорошая, что-то не взять, надо брать. Сейчас с утра пришла в магазин, а тут все такое лежит хорошее, все нужно. В общем, набрала опять полные сумки. Сейчас буду тащить. Девочки, сварила я зеленый борщ, но это вы увидите видео уже попозже чуть-чуть. И вот принесла дочке, она так тоже соскучилась за зеленым борщом. Ага. Дочь у меня с красным лицом, потому что была в солярии. Не надо. Денечка только что покушал, он кушать не хочет. Но... Не надо, слышу. Но хлеб он любит покушать. Не сильно горячий? Сильно холодно. Да ты что, я еле тарелку в руках держала. Так, ну скажи, вкусный, нет? Да, очень вкусный, у тебя всегда вкусный борщ. Но зеленый борщ, он всегда вкусный, он не может быть другим. Я твой, просто... твой борщ самый идеальный. Зеленый борщ, он всегда вкусный, он просто не может быть другим. Может. Так, все. А у меня зеленый борщ всегда вкусный, ни разу не было, что-то невкусный. У тебя, да, но вообще он может быть невкусным. Я ела у кого-то другого. У кого-то невкусный. Кислый. Ну, пусть они готовят, как я готовлю. И кислые, наверное, ножки не сильно отрезали. В ножках кислота. Да и пойму, хлеб есть, блин. Так, ладно, семейство. Короче, бабушка тут собралась варить, да делать пойму, плов. Хлеб. Плов я буду делать в мультиварке, буду делать по рецепту, который в книжечке от мультиварки. В общем, когда у нас Дэня дома, я печку в последнее время не включаю, потому что он тут уже залазит. Короче говоря, и чтобы он не обжегся и так далее, в общем, в мультиварке готовлю. Ну, в принципе, готовить ничего сложного нету. Примерно полкило мяса, любого, какое хотите, у меня свинина, мякоть. Морковка большая, луковица большая. Потом два мерных стаканчика риса. Их надо будет помыть. Вот один я уже насыпала, второй насыпаю. Вот. Ну, сейчас я буду делать, в общем-то, зажарку с мясом, с морковкой, с луком. Остальное потом покажу. Ну вот, я включила режим жарка. В общем, морковка, лук, мясо и растительного масла. Там где-то пару столовых ложек. И вот 10 минут на режиме жарка. Вот это все у меня потомилось. Но оно как бы закупоривается, мясо так светлее, белым становится. А теперь туда сейчас я закидываю все остальное. Остальное это что? Это у меня тут пару зубочков чеснока, 2-3 штучки примерно. Соль посолю, где-то чайную ложку, вот приправа для плова. И я уже рис помыла, там 2 мерных стаканчика риса и 3 мерных стаканчика воды. Я уже воду сразу налила, чтобы это туда все сразу покидать, и все. Ну и потом я крышкой накрою и поставлю режим плов 50 минут. Будет готовиться. А я пойду заниматься другими делами. Вот за что я уважаю мультиварку. Можно закинуть туда все продукты, поставить режим и все. Мультиварка сама за тебя все приготовит, заглядывать туда не нужно. Когда время выйдет, она выключится и будет стоять на режиме поддержания тепла. Ну и все, стирочка тоже будет сама стираться. Машинка стиральная за меня все постирает. Какая прелесть. Я сейчас оденусь и пойду гулять. Открывала окна. Пусть пока проветривается у нас тут. Потому что пока ребенок дома, окна сильно не откроешь. А свежий воздух надо, чтобы был. Ой, кто-то на самокате катается.
Денька на самокате учится кататься. Ой, какие молодцы. Сегодня хоть потеплее, а то было вообще так холодно. Сегодня солнышко вылезло, дожди закончились. И все повылазили. Ух ты, уже сам едет. Молодец. Он сейчас научится кататься и будет уже тогда с удовольствием выходить. Вот, вот, давай. Отталкивайся. Давай сам, отталкивайся. Во. Поехали. Во. Ты такой молодец. Смотри, вот сам. Вот. Только поворачивать еще не научилась. Давай, поворачивай. Поехали. Поехали. Давай ножкой. Давай. Отталкивай. Не, другой. Другую. Ну ладно, пусть этой. Какой удобно. Поехали. Мне вот левой удобнее отталкиваться. Поехали. Хотя многие правой отталкиваются. Ну, кому как нравится. Ой, Женя, сам. В кусты поехал. Поворачивай. Иди в кусты поиграй. Он любит там играть. Смотри, цветочки такие желтенькие. Кто нюхать цветочки будет? Ой, тюльпанчики, глянь. Вон, бутончики. Да, да. Так, а это кто у нас на самокате поехал? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ой, смотри, мама как катается. Ой, молодец, мама какая. Ну и спортсменка ты у нас. Садись, катайся. Тише, тише, Денечка. Поехали. Сейчас подумает и поедет, да? Бабуля пошла в атаку. Мини, давай мини. Мой мини-футболист. Бабушка говорит, что когда-то футбол в детстве играла. И я играла когда-то в детстве. Во дворе. Не успеваешь за пацаном? Ой, мам, да, завяжи ему, завяжи. Скакал. Бабушка. Сейчас бабушка вспомнит молодость. Бабушка, догоняй давай. Спортсменка я, что ли? Ну а чё? У тебя внук такой растет. Тут надо успевать. Тут только успевай. Капюшон одень. Кому? Тебе. Мне? Да. Мне зачем? Ветер. Нет, как маленькая прям. Да сильнее ему кидай. Бабушка, будешь вспоминать, в вашем детстве такие были самокаты? Не такие. А здесь надо наклонять. Бабушка. Бабушка вспомнила, как это называется. Бабушка катается. Бабушка, а играй со мной в футбик, скажи. А, бабушка, и ты сразу захотел. Ля, у него уже на щеке щеки розовые. Ай, молодец. Вот, скажи, я уже и поворачивать могу.
Вот, скажи. Бабушка с мамой катаются, а я что? Я тоже могу. У нас были самокаты, два колеса впереди и сзади. Но руль поворачивался, можно было поворачивать. Ну и как тебе? Вспомню молодость. Вспомнила детство. И футбол гоняла в детстве, на самокате каталась. Стоим, ждем, да? Сейчас вот кнопочка заморгает, и тогда... Вот. Теперь надо выключать. Правильно. Открывай дверку. Дверку открывай. Давай, помощничек у меня. Все, белье вынимай. Все в тазик, ложи в тазик. Все вытаскивай белье. Какой умничка. Все вытаскивай, все в тазик складывай. Бери тазик, пошли вешать белье. Ой, 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 умничка, ой, несет, ой, молодец. Так, ставь. Давай, бери носочки и вешай. Носочки вешай. Давай, сам поднимай. Вешай носочки. На веревочку вот так бери, вешай. Вот. Вот, другой носочек бери, вешай. Давай. Умничка. Так глядишь, все повесишь. Все, бабушке не надо будет ничего делать. Ой, старается. Ой, молодец какой. Вот так вот вешай, вот так вот. Вот вешай вот так сюда и все. Бери. Вот это трусики Денечкины, да? На, Денечка, вешай трусики. На, вешай трусики. Ну, как можем, так вешаем, да? Ну, молодец, бабушкин помощник, умничка. Ну, сейчас повесим все. Бабушка поможет тебе сейчас. Все повесили. Я думала, он тазик взял нести его в ванну. Ну, тазики мы любим посидеть, да, Денечка? Ну, поиграй пока. Ты заслужил, ты прям помощник. Все помог, все повесил, все развесили. Не хочешь отнести на место тазик? Нет? Тазики здорово сидят. Ну, посиди, посиди. Сейчас спать пойдем с тобой отдыхать. Все, пловчик получился шикарненький, вкусненький. Я уже себе в тарелочку пловчик положила, салатика нарезала. Сейчас быстренько сяду, покушаю. Ну что, мои хорошие, погуляли, набегались. В общем, я с внуком мячик погоняла, вспомнила детство, в футбол поиграла. А сейчас мне нужно его укладывать спать на тихий час. И на этом я видео свое, пожалуй, закончу. Я уже там наснимала достаточно. Я с вами прощаюсь. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.